Ма, смотри, он с богом Майнкрафта разговаривает. Круто, да? Да, круто. Женечка, хватай, короче, всю еду из холодильника. А? И пошли тут такое, тут такое, тут вообще. Ма, я беру. Короче, так, все, я все взял. Так, ну-ка. Май, не все. Смотри, смотри. Все, 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 я бегу, 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 бегу. Что там, что там, что там? Иди сюда. Ма, это боги Майнкрафта. Короче, дорогие друзья, ставьте прямо сейчас лайк, нас посетили настоящие боги Майнкрафта, офигеть. Подписывайтесь на канал, мы сейчас будем у них спрашивать, зачем они пришли. Ма, это из Греции, походу, дело. Ну, походу, да, походу, греческие боги. Да, ребяшки, нажмите на колокольчик обязательно, это очень важно, важно, да. Важно. И вопросик дня, короче, напишите в комментариях, в честь такого, раз это божественная серия, то у нас будет божественное вмешательство. Поэтому пишите в комментариях любое доброе пожелание, только доброе, и то оно сбудется. Направлено любому человеку, можете, не знаю, родственникам, друзьям, там, родным, да. Чтобы они выздоровели, чтобы у них все было хорошо. Все самое-самое-самое лучшее, все, что есть вообще в этом свете, в мире, напишите в комментариях. Да, напишите. От чистого сердца, ребятушки, и мы посмотрим ваши комментарии. Да, мы тоже напишем, короче, чтобы все всегда все было у всех хорошо. Это все, давайте, ну, давайте спрашивать, чем пришли, короче. Так. Здравствуйте, мы, конечно, все понимаем, мы да. Боги. Здравствуйте, ма, покланяйся им, ма, кланяйся, ма, на колени. Да, давай. Да, здравствуйте. Да, рассказывайте. Ой, ма, это Зевс, а это Геракл, ма, что ты накакал? Ну, это Афродита, я так поняла. Ма, да. Это Афродита, смотри, какая мадам, какая мадам. Мадемуазель, ма. Так, ты пока что не достоин такой мадам-мадемуазель, так что отойди. Ну, ма. Ну, ма. Зевс. Это Афродит. Здравствуйте. Вот так вот и все. Короче, Зевс, рассказывайте, зачем вы пришли? Хо-хо-хо. Привет, смертные. У нас открылся сервер только для богов. Но вы можете туда тоже зайти, если пройдете испытание. 12 подвигов Геракла. Вот мой сын Геракл прошел их, когда ему было всего лишь 5 лет. Замечательно, шикарно. Тебе уже не 5 лет, поэтому пройдешь. Ну, ма, я же это не полубог. Афродита, короче, расскажите там, кого надо будет там победить, так, ну, вкратце. О, ребятушки мои, слушайте Геракла, слушайте Зевса и побеждайте всех тех чудовищ и монстров, которых они попросят победить. Ма, какая она милая, Афродита! Чё? Будьте моей женой. Ты жжу, ты что? Ну, ма, ну всё, ладно, хорош. Ты жжу, ты ещё не дорос, ты вообще не дорос. Всё, недостоин. Ма, ма, что такое говорю? Ладно, шучу, погоди. Нам надо на какой-то сервер богов. Да, ма, походил. Ма, мы надо стать богами. Короче, Зевс, он, или Геракл, дайте первое задание. Кого надо победить? В общем-то, вам нужно победить Медузу Горгонну. Ма, ага, отлично. Ну, это просто, это такая пугающая тетка. Ма, вообще-то она в камень превращает. Люська, помогите нам стать богами, немного считерить. Вы же самый главный читеряка. Так, здравствуйте, Люська. Богами хотим быть, ма. Так, тихо. Охламончики, что говорите, стать богами? Ну, вы обратились по адресу, Люська, главная богиня этого двора. Я вам помогу, так уж и быть. Если ма поцелует мой облезлый мизинец. Ма, целуй, давай. Чего они будут звать этого облезлый мизинца? Ма, давай. Ма, у него там даже бородавка на мизинце, ма, давай. Фу, не буду, фу, что там дальше? Ладно, шучу, короче, возьмите пару пушек из Людочкиного арсенала и выполните подвиги и книжку мифов. Они вам помогут. Мо, книжку мифов, прикольно. Ма, я думаю, нам... Ма, давай без этого. Я думаю, мы сейчас одной киркой ее просто фигакнем и все, давай? Ты уверен? Ма, ты да изи. Ма, я тебе говорю. Нам даже ни книжка, ничего не нужно. Ма, побежали в атаку, вперед. Что-то мне подсказывает, что у нас что-то пойдет не так, ладно. Ма, все, подожди, сейчас я выложу на всякий случай пиццу. Ну так, чисто как бы... Все, ма, вперед! Зачем я выгодываю? Ты же... Ма, отправляемся на подвиги Геракла, вперед, ма! Так, отлично, хорошо, давай найдем эту медузу, только где она? Ма, я... О, слышал, ма, шипение, ну-ка. Ну-ка, погоди, это овечка пукнула. Ма, нет, ну-ка, иди, все. Ма. Так, тихо, заходим. Смотри, вон в банке сидит, ма. В какой банке? Вон, ма, вперед беги, короче. Гаси ее, вон. В банке? Вон она! Ай, ма! О, нет, она... Ма, она нас превратила. Какого вообще?
Так, все, короче, надо было Лючку слушаться, надо было Лючка. Читать книжки. Мат, так, берем книжку, мат, ну-ка, читаем, короче, так. Смотри, там страницы, смотри, там, на вторую страницу перелистывай. Гаргоны. Итак, значит, смотрите, не смотреть в глаза. Гаргона – жуткое создание с внешностью наполовину женщины, наполовину змеи. Это мерзкое чудовище является одним из самых опасных существ в мире. Ведь оно способно обращать в камень любого, кто посмотрит ему в глаза. Вот. Один из способов победить монстра – сделать себе глазную повязку. Тогда чудовище не сможет превратить вас в статую. Но укусы все еще ядовиты. Ма, повязка нужна! Ма, я же тебе говорил! Ты такая, пойдем сейчас голыми! Да подожди ты, а мы можем вообще видеть через эту повязку? Алина? Ма, я думаю, можем. Так, берем кожу, берем нитки. Ма, я пошел крафтить повязку. Давай, мне тоже скрафти заодно. Ма, я тебе не буду так. Ты это не будешь, ну, я... твоя мама придет через камень, давай сюда. Ма, да ты и так бревнута камень. Так, я тебе за такие слова. Ой, смотри, у меня повязка. Ма, смотри, какой я, ма, я модный? Да, сковородный. Так, ну что дальше? Ма, ну мы там щелочку, видишь, подглядываем чуть-чуть одним глазком. Слушай, давай что помощнее возьмем, мне хочется револьвер взять, все. Так, я тогда беру, короче, пневмопусочку маленькую. Все, мы пойдем. Так, все, мы идем в бой, в битву, мы ничего не видим, но зато можем еще отравиться. Боже, как же в потемках тут ходить? Ма, темно, тяжеловато. Нет? Ну, темно, я вижу на 2 метра вперед. Ма, идем вперед, ма, давай. Ма, как ты правильно так идешь? Потому что я уже знаю, это дворы, ма, мои родные. Районный кварт. Ма, забегай, давай, где она? О, боже, Нубик, фу, ты меня напугал. Ма, испугалась? О, смотри, тут статуя. Это мы. А, это не мы, это статуя свинки, они постреляли ей в глаза. Ма, вон она! Курица тоже. Ма, давай ее рассмотрим, вот она. Во, она застряла, ма. Бам! Ма, она смеется, короче. Ты че, офигела, мохнатая? У меня пуля закончилась. Ладно, бурят. Ма, я гашу. О, ма, давай, у нас получилось, по-моему, смотри, да, у нее отпала бошка, смотри, ма, и вот она. Да, подожди, ее не доставай. Мам, привет. Ты по... Да, на мне еще повязка, но если поднять эту бошку... Все, снимай повязку. Ма, снимай повязочку. Нет, если поднять эту бошку, по-моему, я ослеп. Не-не-не, если я не применю. Мы ее давай оставим на какого-нибудь монстра, которому победить будем сложно, чтобы... А, так можно, кстати, вот здесь? Ма, можно монстра, да-да-да, все, мы оставляем. Короче, все, мы сможем какого-нибудь монстра в камень превратить, ма. О, отлично. Так, пушечка закончилась, у меня патрончики кончились. А у меня нет, ма. Сейчас я тебя, ма. Куриное яйцо. Эй, ты че? Да, блин. Ма, много отняла? Много. Все, короче, мы выполнили первое испытание, короче. Че еще? Давайте следующее вообще, че кого? Вы выполнили испытание, молодцы. Следующая цель – циклоп. Загасите циклопа. О, одноглазого пошли тыкать. Давай ему одним пальцем в глаз тыкать. Ма, ты что такое говоришь? Майя, мы... Давай книжку сейчас почитаем, что это про циклопов сказано. Так, ну-ка, это, где они тут? О, она тоже на второй... Циклопы. Итак, значит, горе тем, кто исследует просторы мировых пляжей, ведь в приморских пещерах таятся чудовища. Так, ладно, давай сразу к делу, как его победить-то? О, Ма, стыль, на второй стороне. Стреляй монстру прямо в глаз, вот и все. Да, вы его ослепите. Слепой циклоп гораздо хуже воспринимает окружающую среду, теперь к нему можно подойти гораздо ближе. Кстати, другой способ избежать пристального внимания циклопа – замаскироваться под овцу. Для этого... А Ма даже в овцу не надо маскироваться, Ма и так овца. Ты что, офигел, что ли, сам-то овца? Ладно. Ма, ты что такое говоришь? Так, для этого вам нужно создать овечью маскировочную броню. Так, и все. И просто... О, Ма, отлично, слушай, давай. О, Маша, погнали, тут у Людки, кстати, есть что создать, возьми. Так, я все, Ма, возьму. Ты тоже бери, все, поняла, да, там рецепт крафта? Все, пойдем обкладывать. Сейчас я еще раз почитаю, давай так, ты пока делай себе, я еще раз посмотрю, как это я делается. Я тоже сейчас посмотрю, ага, ну просто вон по центру вкладывается и обкладывается, да, так и же, как... Да, и обкладывается, ну, собственно, Ма, понятно. Я тебя сейчас обложу, Ма, тебя обложить, нет? Я сейчас обложу тебе. Так, я сделала. Так, шлемак сейчас обложу. Ма, как так быстро? Я не успеваю. О, я тоже сделал. Смотри, все, овечий маскировочный шлем. Отлично. А штаны тоже по центру кладутся? Да, штаны, Ма. Штаны, о, все. Отлично. И башмаки осталось. Только непонятно, как сделать башмаки. А, Ма, ну, как все... башмаки, как башмаки. Все, да, понятно. Да, все изи, короче. О, все. Я сделал. Ма, давай. Готовы. Маскируемся. Давай, ну-ка. Опа. Надеваем. Я покажу овцу. Ма, баран, овца, будь верна всегда роду племени. Ма, давай клятва баран-овца. Баран-овца. Ма, надо делать. Баран-овца, будь верна всегда. Племени, баран-овца. Ма, отлично. Сема, слушай, нифига мы с тобой реально. Так, Ма, ну теперь просто... нам надо что-то мощное, чтобы ему глаза повытыкать. Давай возьмем скар. Ма, нет, давай возьмем обычный лук. Я думаю, мы справимся.
А есть у нас развесистый лук? Я что-то не вижу его. Ну-ка, Ма, давай сейчас внимательно посмотрим. Ну-ка, ну-ка. Ма, вперед, короче, садимся на тарантайке. Смотрите, чисто баран и овца на тарантайках. А где моя машина? Ма, вот она, вот она, Ма. А, вот же она, вот. Ма, ты чё? Ма, реально в овечку превратилась. Так, все, погнали. Бэйби! Бэйби! Так, ты мне не бэйби, погоди, мы идем вообще-то в битву на страшный бой, между прочим. Ма, на страшный бой. Я лук не взяла, и стрелы не взяла, я забыла. Ма, я тоже забыл, так, едем обратно. Ма, капец мы с тобой, Маша, растеряши. Ма, в натуре бараны и овца. О, на этой тарантайке мне проще, блин, добежать и взять, и убежать обратно. Ма, так, все, берем, друзья, берем. О, все, я беру, о, все, я взял. Майя взял тебе сейчас, давай тебе отдам. Все свои действия озвучил, прекрасно. Майя забрал. Лук. На, я тебе скинул. А стрелы-то мне дай, стрелы-то мне дай. Да на, мне... все, вон, скинул. Где, все, погнали. Погнали, Ма, бэйби, бэйби. Так, ну-ка, циклоп, циклоп, здравствуй. Да погоди, я тоже хочу ему в глаз пострелять, погодь. Да не, мы сейчас сначала давай притаимся, типа, мы овечкам. Ма, сейчас тебе яичком в глаз. Не попал. Ма, пойдем сейчас такая. Аккуратненько. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, тихо. Ого, он огромный. Ма, а ты что хотела? Конечно же, циклоп. Смотри, за овечками прячется. Да, кстати, друзья, знаете что? Мне пипец нравятся разные эти мифы. Ма, подожди, дай за деревом с друзьями пообщаюсь. Короче, друзья, мне нравятся мифы реально Древней Греции. Вообще, я просто фанат, короче. Вот. Это, короче, кстати, золотое поняли, руно. Ма, там золотое руно есть. Так, все. Давай, Ма, привозь. Би-би-би. Ты что, Ма, сказала? Ну-ка. Бими. Получай свой шар! Ма, он тебя спалил, короче. Ма, ты не попала. Сейчас я ему... Эй! Я его слепила, видишь, я его слепила. Он дергается и моргает. На ему. Ма, давай ему в глаз ему. Давай. Давайте овечки тоже. На... О, Ма, я попал, смотри, он прищурился. О, отлично, смотри, отвернулся. Нам, Ма, он аж потерялся. Ма, да гаси его, давай, гаси его. Где он там? О, смотри, мы его реально ослепили, он теперь не видит. Отлично. Кстати, в мифах так и было, тут где-то есть золотое руно. Ма, тут золото, так я золото пока запираю. Да какой? Да погоди, ты со своим золотом, нам надо его добить. Давай, Ма, давай, оп. Какой жадный вообще вы. Слушай, я возьму бурят, ребятушки. Ма, давай бурят ему, давай, Ма. Так. Ой, Ма, он тебя сожрал. Он даже слепой. Как? Ма, ну вот так, давай. Как он увидел меня? Почувствовал, Ма, я его срубил. О, ну-ка. Там что-то упало. Меня зовут никто, достижение ты да. получил. Да, глаз упал его. Оружие с радиусом эффекта ослабляет ближайших противников, когда в руке. Ну-ка, Ма. Ма, ты что там, Ма, пока я читаю, Ма тут золото добывает. Ма, ты что, обалдела? Что ты там сказал? А, не, ничего, слушай. А? Ма, ты что? Ма, мое золото. Давайте там чуть-чуть отскребем, по сусекам возгребем, как говорит. Ма, это мое золото, берем кирочку быстро. Слушай, твое золото, чего оно твоему месяце циклопа побежали? Меня вообще сожрали, так что оно больше мне принадлежит. Так, забираем вот здесь, где много золота, там и копаем. Так, оп-оп-оп, здесь тоже. Ма, это мое золото, Ма, иди отсюда. Ай, иди отсюда, кыш-кыш. Ма, это мое золото, так, забираю, сейчас посмотрим, у кого больше. Ма, это мое золото, моя жадина. Ну ладно, ладно, я не жадный на самом деле, хочешь набирай хоть все это золото. Ма, у меня знаешь сколько, Ма, у меня 64 и 12, а сколько, Ма? У меня 64 и 21 скушал, да? Ма, ты че, Ма, вот смотри, Ма жадная душа, короче. Ладно, Ма, пойдем, скажем, что мы все выпали. А где мои тарантайки, Ма? Вот твоя машина. А-а-а. Я пешочком буду ходить, я не, я все. Ма. Потрачено на самом деле мое терпение, если честно, на этой машине кататься. Ну, Ма сожрали, короче, так что плюс один копилочку в меня. Отлично. Так, ну что там? Здравствуйте, мы, короче, выполнили этот подвиг. О, молодцы, молодцы. А золото там в сундучочек положите? Нормально, я в сундучочек, конечно. Ма, ну надо же золотые оружие брать. Давай людочки положим, потому что пока людочки, так. Людочки, да, согласен, короче. Так, следующее испытание. Ма, слушай, нифига мы подвиги выполняем просто на раз, два, три. Может, разденемся, а то жарко стало. Ма, очень жарко, это овечья шкура. Ма, она еще и вонючая, фу, вообще просто. Тебе не привыкать, ты че? Ма, ты че рассказываешь? Так, следующее испытание, какое нам надо делать? Вам нужно победить гидру. Она в воде обитает, походу. Ма, нет, ты что, не читала? Гидра, у нее, короче, много голов, и каждый раз, когда отрубаешь одну голову, вырастает плюс еще две.
А, ёлки-палки. Ман, это жестко. Так, Людмила, нам надо броню, короче, крутую. В сундуке. Ма, смотри, там юбочка и корона, у меня полный же ниндзя. Ма, я ниндзя. Разве это крутая броня? Ну, Людка, ну ты что смеешься? Ма, давай одевай. Ма, отлично, смотрите на ма просто. Я просто в шоке, я такой не ношу. Ма, она алмазная. Я хожу в толстовках и в джинсах. Ма, что ты такое говоришь, ма? Как, ма, фу, как стрёмщица ходит, фу на тебя просто. Что за как стрёмщица, как настоящая леди 21 века 2020 года. Так, ма, я беру на всякий случай базуку, короче. А я Скар. И нуклеарочку. И Соник какой-то там. Отлично, ма. Рифле какой-то, не понял. Все, рифлёный Соник, ма. Отлично. Так, ма. Так, ищем, где гидра, ма. Давай, смотрим. Так, не тут знаю. Нет, там нет. Ма, ну где она? Откуда я знаю? Ма, полоска появилась. Смотри, полоска, значит, она где-то рядом. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ма, иди. Вон она, вон она, вон она, смотри. Где? Вон, смотри. О, боги. Ма, по мифам, ладно. Короче, отрубая одну голову, появляются новые две. Ма, офигеть она. И как ее победить? Слушай, у меня идея. Может быть, попробовать мирную. Слушай, она, по-моему, мирная, ма. Ой, что она рот открыла? Ма! Нет, она не мирная. Блин, ладно, попробуем. Давай, ма, гаси. Ой, ма, ну не в меня же. Прости. Нет, я в тебя не попала, как так? Ты, видимо, попал под эти гидровские штучки. У меня не получается. В смысле, ма? Осторожно, осторожно. Так, ну-ка, гасим ее. Бам. Не получается, надо, видимо, мечом или как-то по-другому. Так, я сбрасываю эту штуку. Не знаю, давай попробуем. Оп, бошку пробуй. Вообще даже никак не работает, смотри, прикинь. Нифига, ма, так, забегаем сюда, сейчас будем вот здесь ее гасить. Ма, давай, вот здесь вот. Опачки, что-то случилось. Вот, давай ее прям фигачим. Слушай, ма, вообще она крепкая, смотри. Так, я бурятом попробую, так, отлично. О, мы срубили одну голову, по-моему. Да? Или нет? Нет, по-моему, нет, бежим отсюда нафиг. Слушай, ма, блин, против нее очень сложно бороться. Так, нам нужны все пушки, ма, бежим за новыми пушками. Так, погоди, погоди. У меня уже погоди. Все кончилось. Что, даже бурят на нее не действует. Ма, она максимально сильная. Так, берем, короче, пушечки, все, какие только есть, ма. Капец вообще. Слушай, мне кажется, можно попробовать ее как-то медузой затравить. А-а-а, давай. Сейчас, подожди, я возьму, короче. Давай сейчас еще пушечки возьмем, попробуем ими. Давай. Вот, бери, короче, все. Вот там еще одна лежит. Все, погнали. Давай, ма, погнали. Ма, ты где? А вон. Так, я лук еще на всякий случай возьму. Ма, попробуешь луком в натуре, так, все. У меня остался только вектор, вот в натуре, и все. Только ма, давай, вектор. Ма, давай. Лук. Ма, я гашу ее, ну-ка. Ма, ей вообще пофигу. Вообще, о, пошло, нет, пошло. Чуть-чуть пошло, да, смотри. Смотри. О, давай, давай, о, давай, вектор, давай. Вектор гасит потихоньку. Блин. Нифига, ма. Все, кончило, это не вектор гасило. О, смотри, я дальше гашу. Давай, давай, гаси ее. Блинский бурят выронила, бурятик свой. Мамочка! Давай, магаси ее, офигеть она сильная. Так, короче, я беру лук и стрелы. Все, начинаем лук. Ой, ма, нифига она сильная. Короче, смотри, от нее стрелы отлетают просто, она бронированная. Офигеть. Так, я пока вот эту выбрасываю пушечку, вот эту тоже. Опачки. Выбрасываю. Даже в голову не попадает. Пам. О, магашу, смотри. Вот, давай, чуть-чуть. Пам. Осталось. Блин, а что это за штуки от нее летят? Ой, ма, так. У меня все почти патрончики кончились. Ма, давай. У меня вообще ничего нет, кроме лука и стрел, понимаешь? Бурят на нее не действует, а стрелы тоже. О, смотри, ма. Еее! Отлично. У нас получилось. У нас ее полностью получилось загасить. Смотри, да. Или нет? Я не знаю. Да, смотрите, о, башка. О, да. Еее! Офигеть, ма. Вот это испытание было. Так, о, пошли им голову, трофей поставим. Отлично. Наверное, если бы мы были с мечом, то мы бы отрубали по одной голове и вырастала бы еще одна голова. Ну да, но у нас как бы 21 век. Так, вот вам трофей, короче. Оп, мазанри. О, шикарно выглядит, отлично. Первый трофей. Итак, что нам дальше, короче, делать? Вы заслужили награду. Можете приручить гиппогрифа кроличьими лапками. Полетаем? Ма, полетаем. Так, ну-ка, о, гиппогрифики и кроличьи. А где кроличьи лапки, ма, взять? Не знаю, может, кроликов надо того. Ну-ка, мама Мия, здравствуйте, как у вас тут дела? Ма, тут кроличьи лапки, бери. Че, серьезно? Ну, мама да. Мия, ты наш спаситель, ёлки-палки. Ма, во дворе все наши друзья. Так, я кидаю, о, гиппогрифик, на,
Кусай, кусай. Ма, смотри, он ест, ма. Подожди, а где? Ты забрал все кроличьи лапки, что ли? Нет, там есть. Ма, он, я его приручил. О, вижу, все нашла. Так, так, так. Стой, ма. Где мой? Ма, вот, смотри, вот гиппогрифы. Давай, ма, приручай их, кидай его. Так, это твой, да? Да. Нам надо еще, короче, седло. Так, приручаем всех. Давайте, кушайте, кушайте, кушайте. Ма, смотри, они все склонились. Капец, ребят, вы помните, возможно, в серии про Гарри Поттера, если кто смотрел, было нечто подобное. Они также, им надо бы поклониться, и они должны поклониться тебе в ответ. Но в нашем случае мы должны их приручить кроличьими лапками. Ма, на тебе седло, ма, вон тебе седло кинул. Где, где, где? Вот где, он, где? Вот он, вот сзади, сзади, сзади тебя. Вот все, ты взяла. Все, отлично, я взяла. Так, ну-ка так, сейчас, я, вот это, я хочу. О, shift, правая кнопочка. О, ма, я приручил, смотри, мы какой красавец. Я хочу взять коричневого, мы не приручили. О, нет, приручили, погоди-ка. Shift правой кнопкой седлом, вот. Правой кнопкой. Сема, одела седло? У меня не получается, нет, не открывается почему-то. Ма, значит, они что, все мои, что ли? Дай мне седло, я попробую. Подожди, может... Ма, дай седло, я попробую, ну-ка. На. Какого ты хочешь? Я хочу коричневого. Вот этого сизого, да, короче? Да. Сема, садись, короче. Они твои, что ли, все? Я не могу на него сесть, прикинь. Да? Да, потому что ты накидал им тут своего мяса, и они твоего наелись. Есть еще гиппогрифы? Есть, на. Все, давай, и отводи их подальше и это, и корми, ма. Капец, смотрите, приручил, сколько там стоит? Ма, дофига, короче. Так, давайте, кушайте мои курочки. Ма, на тебе пернатый. Седло, короче, я тебя скинул. Ма, бери тут. Так, так, так. Ма, так, седло так, бери за тебя. Все, берем седло, седло. Слушайте, там вроде друзья. Бы кто-то уже присел. Отлично, правой кнопочкой. Есть, отлично, я могу поставить седло. Ребят, все, покатаемся. Я села! Вау, отлично. Вау, я уже взлетела, если что. Вау, круто, да, вообще? Садись, полетели. Все, я тоже съел. Вау, вау, вот это красота. Они очень быстрые, между прочим. Они капец. Максимально быстрые. Так, ух ладно, ты. Все, я, короче, давай следующий испытание теперь проходить. Все, мы, короче, постели, что это такое, ма. Ма! Я посмотрела, что это такое. Ма, короче, посмотрела. Так, я эти пушечки все выкидываю. Ма, мне на металл сдашь. Короче, следующее давайте испытание. Следующее испытание. Вам нужно победить Минотавра. Ма, Минотавра. Минотавра? Ма, ну, это, все замечательно. Это лабиринт с Минотавром, помнишь этот миф, короче? Да, погнали. Что надо делать? Так, слушай, сейчас посмотрим. А где он, интересно, ма? Давай сейчас посмотрим. Ма, погнали, короче. Знаешь, где может быть лабиринт? Настройки, ма. А почему ты подумал, что именно там? Ма, ну тут такой лабиринтище, ну-ка. Так, ладно, давай подумаем, может быть, ну-ка. Там реально? Так, смотри. Ма, он здесь! А, это Минотавр? Ма, это Минотавр. Ма, сейчас я его превращу в камень. О, ма. Здрасте. Ма, он наш, смотри, забаговался. Пам-пам. Сломался, ребят, мы сломали Минотавра. Ма, ломай его, короче, ломай этим бурятом, ма. А его можно? А, его же распилить можно, точняк. Оп, ма, все, распилили, что ли? Все, все, распилили. Ма, вот это вообще угар. От него осталось... Ну да, Минотавр что-то какой-то изичный был. Ма, ну мы его в камень превратили, конечно, изичный. Так, все, короче, мы прошли и этот, короче, ваше испытание Геракла. Да. Все, мы, короче, прошли испытания, ставим. Ой. Ставим на пьедестал. Да что, ма, он не ставится. Да он втыкается, походу. А, нет, все, поставить можно. Ма, шикардос вообще. Ну как, прошли мы? Да, молодцы, мои друзья. Вы теперь стали богами. Ну, вернее, полубогами. Ма, круто. Полубогами, так сойдет, да. Ма, все круто. Короче, дорогие друзья. Так, ма, знаешь, что я с тобой припас? Чё? Кусочек. Не-не-не, ну вставай, я не буду смотреть! Так, где моя маска? Оп! Ты чё? Ну-ка, давай проверим, если ты маску оденешь. Сможешь, нет? Давай, одевай маску. Погоди, мне надо корону снять для начала. Ма, одела? Да. Так, ну-ка. Это где? Затя, ну-ка. О, реально не работает. Ма! Посмотрите в глаза. Ма, не надо, пожалуйста. Иди сюда! Ма, короче, дорогие друзья, ставьте лайк! Иди ко мне! Ма, не надо, пожалуйста. Где он? Где он? Я не вижу. Кстати, стаканал. О, давай, давай, стражник, гаси ее.
Вот, короче, ребят, все, ставьте лайк, подписка и всем пока-пока. Всем пока-пока. Ма, снимай масочку. Так, я тебя найду. Нет, я тебя так найду. Ма, на тебе. А, вот ты где? Текаю, текаю, ма, там ничего не видит в маске. Так, все, текаю, текаю. Все, друзья, всем пока-пока. Я его все равно А у меня есть пушечка зато. Оп, оп. Эй, 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 все, все, все.